Сосиски с капустой я очень люблю. Сосиски с капустой вкуснее всех блюд. Ну вот, праздную день рождения одна. Дед впервые за 55 лет. Нет, между нами за 60, чтоб ты никому не говори. Сосиски с капустой. Помнишь, кто пел эту песенку? Где-то он теперь, где-то он носится, племянничек мой дорогой, мой Иосиф Швейк. Закрывайте дверь. Возможно, сегодня будет объявлена тотальная мобилизация всех деревянных вещей. Чего? Будет и на нашей улице праздник. За моими деревянными вещами. Сейчас. Сейчас. Вот вы сейчас у меня получите деревянную вещь. Войдите. Рождение, тетя Адель. Вы проживете 100 лет, такой удар. Где ты шлялся, негодяй, когда все порядочные чехи в тюрьмах сидят? Откуда на тебе этот мундир? Да если бы у меня было ружье, я сама бы убивала этих рыжих крыс хоть по одной штуке в день. Тетя Адель, взгляните на мои штаны. Их шил лучший тюремный портной в городе Праге. А штаны Шуцмана мне были не по росту. Прости, прости твою старую тетку, обними ее, скорее, скорее. Швейки и брожики всегда были настоящими чехами. Да, пойдем снимем ее, скорее, скорее эту гадость, давай, мыться, пойдем, мыться. Ах, тетя Адель, если бы вы знали, как я в тюрьме мечтал о нашей ванне. Ванна ушла. Тотальной мобилизации еще в субботу. В тазу будешь мыть.
посмотри, что этот проклятый Гитлер со мной сделал. У тебя осталось ровно полчетки. Ах, дядя Адель, если бы мне попался в руки этот Гитлер... А что бы ты с ним сделал? Ничего особенного. Я бы облил его керосином и поджег бы со всех четырех сторон. Нет, лучше с одной, чтобы он дольше горел. Мало. Мало? Мало. А тогда я стащил бы с него штаны и посадил бы его на горящий примус и держал бы его за глотку. Мало. Мало? А глаза штопором? Мало. Мало. Ну, а что бы вы тогда с ним сделали? Я бы его... По приказу фюрера объявлена тотальная мобилизация в немецкую армию всех мужчин от 15 до 75 лет. Марш! Не грустите, тетя Адель. Встретимся в 6 часов вечера после войны. Следующий! Здравствуйте! Есть ли у вас указательный палец на правой руке? Я левша. 43! Ноги! Следующий! Один бывалый человек рассказывал моей дедушке в Руслях, что в Чикаго есть такая машина. Где? В один конец трубы втискивает визжащую свинью, и через 5 минут из трубы вырезает уже готовые сосиски с капустой. Чему ты это мне говоришь? А я это говорю, потому что тот дом, в котором нас так быстро превратили в солдат Великой Германии, наверное, эти мысли. В чем дело? Осмелюсь доложить, господин Ефрейтор. Я хотел сказать, что... Стоп! С одной стороны в эту трубу запихивают сосиски, а с другой выходит свинья. Свинья? Черт, скотина! Восьмой. 12. В чем дело? Осмелюсь доложить, что я 13-й. Ну? А это число, как известно, приносит несчастье. Однажды мой сосед по лестнице сел в трамвай номер 13. Ага. И что бы вы думали? Что? Именно в этом трамвае в первый раз в жизни он встретил свою тещу. И даже поругался с ней, хотя еще не был знаком с ее дочерью. И таким образом не был не женат. И в сущности не имел еще тещи. Заткнись! Я прострелю тебе мозги! Отправляйся к ослам, чтоб я больше тебя не видал! Марш! Шагом! Марш!
почему ты здесь? Чешская собака! А смеешь доложить, господин фрейтер, что еще с самого начала боя я уже понял, что нам необходимо подготовить новые рубежи. Осторожней! Комар! На вас! Смертельный! Малярийный! Стойте! Стойте! Не шевелитесь! Ой! Все вы заодно чешские собаки. А, нет. Ты у меня за это пойдешь в разведку. Марш! Ты молчишь? Да. А ну расскажи мне что-нибудь такое, чтобы я забыл о том, что я стрелял. Не о чем рассказывать, Марк. Мы сбивали их, как в тире на ярмарке. Легкая работа. Много болтаешь. Эти боши упрямо, как буйволы. И дойдет один отряд, может дойти другой. А, ну что касается сегодняшнего отряда, то бьюсь об заклад, что в эту минуту остатки его, не жалея сил, удирают с станции. Если мне было бы столько же лет, сколько тебе, я рассуждал бы так же. Марко, да? Я думаю, что динамит, отбитый нами на той неделе, сейчас сможет сгубить этот дом. А с ним сохрани Бог Кристину и тебя. Они не найдут динамит. Я его очень хорошо спрятал. Немцы могут спать на нем и даже курить свои вонючие сигары и не заметить, что под ними полтонны такого добра. Но ты оставил нам для 15-го километра? Да. Я нагрузил сани, захватите с собой. Нет. С рассветом мы должны быть на северном склоне. Там у нас небольшое дело. А ночью вернемся за этим динамитом. Ладно. Это дочка. Она вернулась из долины. Ох, и горько смотреть теперь на нашу долину. Сады почернели. А у мельниц, где мы водили хоровод с нашими невестами, стоит висельца. Да, висельца, чтобы вы знали. Так. Выходит, что я обманывала наших женщин, когда говорила, что вы веселые и ни на что не жалуетесь. Отец, ну какой же ты хозяин, если наши дорогие гости сидят как совы в темноте. Дожди, сейчас свечу. Пускай они увидят, то я вся набита хорошими новостями и подарками, как рождественский дед. Павел, дал тебе письмо. Его писали все свои. Да, а Малин, который не умеет писать, просил тебя посылать вот так вот. Спасибо, Кли. А что моя старуха? О, я старуха. Она просила передать тебе, что каждый раз, когда она слышит выстрел в горах, она надевает праздничное платье, то красное, знаешь, которое ты так любил. Еще бы. Оно всегда ей было к лицу. А это подарок от меня. Налей, отец. Разве вы забыли, какой сегодня день? Сегодня ровно год, как мы поклялись биться насмерть с проклятым врагом, что потоптал наши виноградники, опоганил наше жилище, убил наших детей. Ровно год, как сказали мы, смерть или победа. Неужели вы забыли такой день? Нет, мы не забыли этот день, Кристина. Мы помним эту клятву. Смерть или победа? Смерть или победа? Кристина, завтра на рассвете спустишься с динамитом на вагонетке. Мы будем ждать внизу разъезда. Хорошо, дедушка Лимон. Будь осторожна, Кристина. Я уверен, что остатки немецкого отряда еще бродят в горах. Желаю удачи, друзья.
Здравствуйте. Очень приятно познакомиться. Если вы партизаны, я сдаюсь. Мы не партизаны, господин солдат. Нет. Одну минуточку. Выслушайте меня, пожалуйста. Дело в том, что я разведчик. И меня послали узнать, нет ли здесь засады. Скажите, пожалуйста, здесь нет засады? Не понимаю. Но партизаны... Здесь нет никого, кроме меня и моей дочери. Вот это очень жаль. Я так надеялся, что здесь есть засада. Такое удобное место. А нас 13 человек, 2 пулемета, 6 ослов, 7 ефрейтор. Вы меня понимаете? Мы тебя понимаем, собачья кровь. За мной! Что надо? Будьте наготове. Они идут сюда. Сейчас здесь будет немецкая казарма. Мы гранаты жарой дольше в рюха разорвем. Всю Европу к черту на куски мы разнесем. Правый флит, смелый флит, будь везде герой. Мы гранатой старой дольше в рюха разорвем. Всю Европу к черту на куски мы разнесем. Швейк! Будь везде герой. Ах ты, какой коняшек! Какие симпатушка. Швейк! Швейк! Здесь, господин еврей! Что ты кричишь? Слушай, Швейк, позови сюда хозяина и его дочь. Есть, господин еврей. Слушай, Швейк, как ты думаешь, почему они прячутся, когда я в доме, а? Видите ли, я полагаю, что это потому, господин еврей, что... Видите ли, я думаю, что это потому, господин... Я полагаю, что это потом. Что я, господин Ефрейтор? Ай-я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 й
Убрал его. Разве можно около каминной трубы подпоминать нечистую силу? Вы знаете, я знаю эту такую страшную историю. Однажды в дуслях душа по... Душа покойного прадедушки хозяина дома вселилась в гуся. А после этого гуся... Вестись! Позови лучше хозяина и его дочь. Есть, господин Фрейда. Со мной, бутончик. Почему? Почему ты такая молчаливая? Выпьем за нашу любовь. А потом ты меня сладко-сладко поцелуешь. Пусти, проклятый! Что это за штучки твоей дочери, а? Отвечай, кто ты, хозяин.
Деньги, Шейдер, не сердитесь на мою бедную дочь. Она больна. Чем? Она тронулась. Куда? Она тронулась. А? Господин Ефрейтов, в прошлом году ее жених Радули пошел в горы, сорвался в пропасть и разбился насмерть. Ты что? Тащи ее обратно сюда. Господин Ефрейтов, но ведь он возвращается. Кто? Он, ее жених, Радули. Он приходит каждую полночь в белом саване. Лицо у него разбито о камни. Не дай Господи увидеть такое. Пуля его не берет. Я стрелял в него, когда у меня еще ружье было. Врешь. Врешь, старая собака. Ты специально говоришь для того, чтобы только напугать меня. Шейк, Шейк, останешься здесь. Будешь спать со мной. Нет, 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 нет. Лучше. Видь, карауль снаружи. Стреляй! Каждого! Что только будет крутиться около дома. Особенно, если он будет в белом. В белом? Да. Господин Эйтер, как же мне поступать, если кто-нибудь из наших будет по нужде, будет вертеться вокруг дома и будет весь в белом? Ну вот ты, старый бывалый осел, сколько ты видел на своем веку ослов? А ты видел когда-нибудь вот такого осла? Такое удобное место, такая погодка и такой часовой. Господин Фрейтер уже протрезвился, и привидения выскочили из его дурацкой башки. И он снова собирается заняться своими амурными штучками. Thank you.
Солдаты! Это я, ваш ефрейтор. Я упал и свернул себе ногу. Где этот идиот часовой? Я здесь, господин ефрейтор. Я все время был здесь, как вы приказали. И я очень удивился, когда увидел, что вы летите из окна с горящей свечой в руке, святая Мария. Это было так трогательно, что я подумал, что это Божий ангел. Спасибо. Осторожно. Христина, могу вас успокоить. Я уложил этого ефрейтора в постели минимум на 2 недели. Что у вас там? Ничего. Позвольте мне, я помогу вам в вашем телефоне. Отец! Пусть! Что ты наделала, Христина? Ведь при первом толчке динамит взорвет. Ох, жаль, что погибнет только одна немецкая семья. Жаль динамит, дочка. Если он доберется до башни, там Петр его перехватит. Остановили вагонетку на полном ходу. И оказалось, что на динамите в обмороке лежит эта немецкая свинья. Что с Христиной? Неужели нацы уже заняли гостиницу? Вы совершенно правы. Ты уже в плену, что ж ты сдаешься еще раз? А я очень рад. Я долго пытался узнать ваш домашний адрес там, наверху, у Марка и Христины. Но... Пошли вы! Отвечай, собака, где они? Они остались наверху. Ну, погодите, я совсем забыл вам представиться.
Я Иосиф Швейк, тот самый. Тот самый Швейк, про которого написана книга? Совершенно верно. И ты пришел к нам? Как же могло быть иначе? Очень плохо читали эту книгу. Я прошу оказать мне честь и зачислить меня в партизанское отряд. Да с радостью, Швейк! Большое спасибо, я очень давно об этом думал. А теперь слушайте меня внимательно. Сейчас там наверху спят эти пьяные нации, их осел Ефрейтор, и самое время показать им Кузькину мать. Видишь ли, Швейк, эти от нас не уйдут. А сейчас у нас есть спешное дело. На 15-м километре железнодорожного пути сегодня утром должен пройти немецкий бронепоезд, на котором, как передают, едет чуть ли не сам Гитлер. Чтоб он сдох в эту минуту. Верно, вот мы и хотим ему помочь в этом. Ты очень, кстати, оказался здесь динамитом. Но дело осложняется тем, что в подвале гостиницы осталось еще полтонны динамита. Ведь если немцы пронюхают про это, то Христине и Марка не сдобровать. Вот тебе записка, Швейк, отнеси в гостиницу. Стой! Я пишу Марку, чтобы в нужную минуту он взорвал дом вместе с немцами. Да стой! Не ожидая нашего сигнала. Вперед, чешский лев! Скажу его тебе на ухо. Понял? Понял. Теперь веди сюда своего офицера. Невозможно. Он выпал из окна и сломал себе ногу. Дурак. Совершенно точно. А знаете, я, между прочим, знаю одну такую историю. Один мой знакомый в мыслях, вот тоже катался на мотоцикле, а потом сломал себе не только ногу, но и голову. Что же? Так, личное пожелание. Веди, Скотт. Помещение для солдат. А это... Не рассуждать. Бери его за ноги. Вперед! Простите, пожалуйста, смели спросить, господин офицер, кто же это там приехал в машине, к тому самого господина Ефрейтора из самой лучшей комнаты дома выносим ногами вперед, как покойника? Не рассуждать! Мария! Да ведь это же Гитлер! Мирно! Не
рассчитай! Стой! 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 В этом доме находится ваш фюрер! Хайль Гитлер! Хайль Гитлер! Солдаты! Проклятые славянские собаки взорвали поезд, которым следовал наш великий фюрер. На благо Германии и всего мира наш великий фюрер спасся чудом. Во время взрыва он находился в уборной. Хайль! Хайль! Наш фюрер пробудет здесь несколько дней. Он следовал на курорт, чтобы отдохнуть от тягот победоносной войны, и ему противопоказано чтение газет, слушание радио и разговоры на политические темы. Поэтому я предупреждаю вас, что если кто-нибудь попадется на глаза господину фюреру, чтобы заткнул свою грязную глотку и ни в коем случае не упоминал бы при нем о войне вообще и о фронте или в частности. Ясно? Разрешите задать вопрос? А? Какую часть мира после войны получу я, как итальянский доброволец? Мне бы хотелось остров Мадеру или что-нибудь виноградное. Заткнись! И тебе не придется допить Мадеры даже из твоей фляжки. Еще есть вопрос? Есть! Ну? Господин офицер, если господин фюрер так уж очень болен, ему следовало бы поторопиться на свой курорт, а я бы мог ему указать кратчайшую дорогу. Ты что, идиот? Так точно. У меня даже есть свидетельство. Так я не смог его показать при мобилизации. Твое счастье! Кто задавал вопросы, два шага вперед? Воздух вокруг нашего фюрера должен быть абсолютно чист. Выройте клозет на 20 персон. Напряг! Шагаем, эрш! Сосиски с капустой я очень люблю. Ла-ри, ла-ри, ла-ли-ли-ли-ли. Сосиски с капустой вкуснее всех блюд. Ла-ри, ла-ри, ла-ли-ли-ли. Из Франции в Грецию море позвать. Поплыл. В Норвегии, Дании, Бельгии был. Повсюду сосиски исчезли мне. Обедать приходится только во сне. Сосиски с капустой я очень люблю. Кипел! Я? Эти идиоты никак не могут понять, что не время для песен, когда идет война. Ты сказал война? Одним дураком на свете стало меньше. Браво, господин фюрер. Вы стреляете так же метко, как Вильгельм Телль. Тель? Какого полка? Пулеметчик? Нет, он еще попал в яблоко на голове своего сына. Ну, сочинение писателя Шиллера. Шиллера? Не знаю. Не читал. Ну, а зачем же вам читать, когда вы и так фюрер? Во всем знаете, если бы я был на вашем месте, я запретил бы эту азбуку к чертовой матери. Я это сделаю. Со временем. У тебя государственный ум. Где ты был раньше? В тени. Позови сюда сторожа и его дочь. Почему не прячется, когда я в доме? Я полагаю, господин ефрейтор, господин фюрер, хайль! Со мной, бутончик. Выпьем за нашу любовь.
А потом ты меня сладко-сладко поцелуешь. Что это за штучки твоей дочери? А? Кто здесь хозяин? Отвечай! Господин фюрер, не сердитесь на мою бедную дочь. Она больна. Чем больна? Она тронулась. Куда? Господин фюрер, она тронулась. Ну? А? В прошлом году ее жених Радуми пошел в горы, сорвался в пропасть и разбился насмерть. Честно, зайди сюда скорей. Выпьем за нашу любовь. Дорогая Христина, перестаньте плакать и отдайте мне спички. Мне до зареза нужны спички. Какие спички? Ну, коробка спичек, в которой я переправил записку вам от Павла. Ну, хотя бы одну спичку, но как можно скорее. Вы бегите с отцом подальше в горы, а я спущусь в подвал и взорву этого негодяя-бандита-фюрера на 1000 кусочков. Пусть так, чтобы каждый кусочек был бы не больше вот этого ногтя. Взорвать? Да. Его, этого убийцу? Да. Этого палача детей и женщин, залившего кровью всю землю. Нет, этого мало. Этого очень мало, Швейк. Но неужели ты такой умный, такой находчивый, не можешь придумать казни, которая отплатила бы ему за все сполна? Ну, придумай, Швейк. Я придумаю. Я обязательно придумаю, я тебе обещаю это. Осторожней, Швейк. Осторожно. А, попался, голубчик. Проспалку! Марш вперед, скотина! Боже мой! Господин фюрер, но он возвращается. Кто возвращается? Он, ее жених, Радуги. Приходит каждую полночь, на нем белый саван, лицо у него окровавленное. Не дай, Господи, увидеть такое. Пуля его не берет. Я стрелял в него, когда у меня еще ружье было. Врешь, старая собака! Это ты нарочно врешь. Сомнил себя флюгером. Флюгером! Флюгером! Папа, смотри скорее, идиот! Одну минуточку, господин фюрер, у меня для вас прописана великолепная веревка. Верный солдат. Хай! Господин фюрер, вам необходимо отдохнуть. Да-да-да. Ты будешь охранять мой сон. Мало. Бросить в пропасть, накормив битым стеклом. Крысы в горшках. Утопить. Хотя нет, это не так плохо. Утопить, сбросив его в водопад. Он, по крайней мере, не сразу сдохнет. И пока будет лететь, раз 20 стукнется мордой о камни. Это хорошо. Утопить.
Господин фюрер, вы приказали вас разбудить через 2 часа, чтобы совершить прогулку на свежем воздухе, как советовал доктор. На свежем воздухе? Что-то не помню. Признаюсь, голова — моя слабость. Совершенно верно, я это очень давно слыхал. Да если приказал, почему у тебя ничего не готово? Наоборот, господин фюрер, пока вы спали, я очень старательно готовился к этой прогулке. Господин фюрер, очнитесь ради бога. Я поищу для вас что-нибудь более подходящее. Господин фюрер! Разрешите, господин фюрер, донести, что этот солдат осмелился сравнить нашу мобилизацию
Ты сказал мобилизация? Теперь ты будешь моим личным адъютантом. Господин Гефрейтор, мне необходимо огнестрельное оружие, которое, находясь при особе господина фюрера, я мог бы применить, как того требует интересы народа. Пришел. Сам, сам пришел. Чеху! Огнестрельное оружие? Скотина! Чуть было и забыл. Вас просит господин фюрер к себе в кабинет. Да-да, он хочет с вами побеседовать относительно тактики вашего последнего боя с партизанами. Партизанские штучки. Простите, можно мне подавать ему обед? Боишься, да? Очень боюсь. Я ведь первый раз подаю, до меня подавал специальный офицер, и то он его... Ой, ну, ничего, не бойся. Ты заходи, но будешь молчать, а на все вопросы буду отвечать я. Спасибо. Смотрите, господин фюрер, повар принес обед. Давай. Он так великолепно пахнет, что я удивляюсь, как он его не съел по дороге. Что на первое? На первое суп Великая Германия. Нарезал морковь. Ты! Я? Нет. Я? Нет. Ты нарезал ее с ноздочками! Большевик! Бешеная собака! Ну кого? Кого ты зовешь, дурак? Ведь ты убил всех, а тебе нужно было начинать с меня. Ведь я же Иосиф Шейк. Да, да, тот самый. Книги, о котором ты сжег на площадях в Берлине, тот самый, который ненавидит тебя, как все чехи, все славяне, весь мир, закрой рот, встань к стенке. Что ты собираешься делать, Швейк?
Я его хочу расстрелять, тетя Адель. Убери револьвер. Мы его будем судить. Слушай, ты... Даже не знаю, как назвать тебя. В человеческом языке нет такого слова. По твоему приказу стреляли в моих детей. Тысячи могил на твоем пути. И в каждой мое дитя убитое тобой. Каждого я вскормила, вспоила, учила ходить. Каждого ждала и не дождалась. Никто не вернулся домой, не сел со мной у стола, не повел меня старую под руку по улице. А ночью не дышал одним дыханием под одной крышей со мной. За что ты убил их? Молчишь? Но ты ответишь нам, ответишь всем, кому принес горе и скорбь. Не торопись! Теперь тебе ничего не поможет! Почтеннейшие зрители, прошу взглянуть сюда! Такого вы не видели нигде и никогда! Внимание, внимание! Без рода, без названия! Подвержен буйной мании, он прибыл из Германии! Чтоб дать ему название, спросили мы зверей, не ваш ли это родственник, скажите нам скорей! И первым на чудовище взглянул отважный лев, ни слова он не вымолвил, с обиды окорев. Вторым сюда по вызову явился к нам шакал, за грубое сравнение он долго нас ругал. Гиена возмущалась и ругала нас змея, кричали все не я, порода не моя. И вдруг сюда пожаловал какой-то старый пес, и нам без промедления ответил на вопрос. Вы сами понимаете, собакам я не враг. Немало в жизни видывал я бешеных собак, но тут я признаюсь вам, что я, хотя и стар, но мне впервые встретился подобный экземпляр. Почтеннейшие зрители, последний взгляд сюда, чтоб больше вы не видели нигде и никогда. Подверженного мании, подобного создания, без роду, без названия, что вышло из Германии, всем фрицам в назидание, его прикончим так, как это узаконено для бешеных собак. Как это узаконено для бешеных собак. Пусти, проклятый, пусти! Дьявол, не уйдешь! Не уйдешь! Не уйдешь! Не уйдешь! Сон. Идет. Болван! Разве ты ослеп? Где твой офицер? Господин Ефрейтор спит. И просил его не будить. А если мы его разбудим, нам будет очень плохо. Он сейчас нашвыряет гранаты. Кто эти двое? Ты их знаешь? Они говорят, что они отсюда. Так точно, господин офицер, они отсюда. Старик утверждает, что они собирали хворост в горах. Они врут, господин офицер, они не собирали хворост в горах. А, значит, разведчики партизан! Никак нет, господин офицер, эта девушка тронулась. Куда? Она тронулась. Она все время ходит по горам, ищет своего жениха Радули, который в прошлом году свалился в пропасть, а старик гоняется за ней. Честное слово, я сам видел. Почему же эти свиньи не сказали раньше? На дикари. Ну и черт с ним. Господин офицер, к вашим услугам приготовлены удобные комнаты, мягкие постели. Веди. А это сумасшедший с ее папашей запри на всякий случай в подвал. Потом разберем. Слушайте, господин офицер. Ира! Ира!
Смотрите! Кристина, что бы ты сделала с Гитлером, если бы он попался тебе в руки? Я бы его задушила бы своими руками. Мало? Мало. А что бы ты сделал, Швейк? Товарищи, я, Иосиф Швейк, уверен. Уж вы-то мне поможете решить, что надо сделать с этим выродком истории.